Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Мистер Сайлер. Я смотрю, что у меня появилось большое количество новых подписчиков. Да-да, действительно, вам не показалось, я сказал большое количество. Потому что за последние полгода подписчики приходили не очень активно, потому что курс биткоина сильно упал, все кричали «скам, скам», и, соответственно, никто не хотел подписываться, наоборот, даже люди отписывались. Отписалось, ну, наверное, в районе 20 тысяч человек. Было, конечно, грустно в этот период. То, что люди отписываются, как-то, ну, негодование какое-то было, даже уходили ниже 100 тысяч. Сильно, конечно, все расстраивало, но, друзья, смотрю, сейчас есть опять активный рост, меня это очень радует. Рост, правда, небольшой, буквально там 1000-1500 пришло буквально за последний вот месяц, но это уже неплохо, уже есть рост, уже есть новая активность, и это очень радует. Сейчас курс биткоина, сколько вы знаете, около 12 тысяч топчется, и это весьма, скажем так, положительный тренд у нас на рынке. То, что курс растет, бывает отскок, бывает растет, но тем не менее он не уходит вниз, и это прям очень радует. Нет такой прям коррекции дикой, чтобы, скажем так, сильно прям все снизилось, да, все скатилось, и люди опять начали орать скам. Вот, поэтому, друзья, я вам скажу так, что сейчас идет очень хорошая вообще тенденция на рынке, и нужно заниматься криптовалютой, потому что вы понимаете, что это можно заработать хорошие деньги. И, соответственно, нужно изучать вообще современные технологии. Современная технология блокчейна — это тоже такой важный аспект в наше время, да, и нужно понимать вообще, что это такое, как это строится. Но без этого уже просто никуда. То есть без этого уже сейчас, в принципе, ничего нет. Вы видите, как про блокчейн говорят там всякие знаменитости. Неудержимый рост биткоина по отношению к доллару. У меня полный восторг. Как много людей осознанно сами делают свой выбор в пользу крипты? Да, как про блокчейн пишут всякие газеты. То есть вы видите, что есть, соответственно, про это какие-то разговоры. Соответственно, нужно понять, что это вообще такое, про что разговоры идут. И желательно, соответственно, научиться также понимать, как вообще он зарабатывается, да, как вообще его добывать и все прочее. Так вот, как раз сегодня у нас видеоурок о том, как заработать биткоин. Ну, в первую очередь, биткоин вы можете майнить. Это, соответственно, самое первое, как вы можете его получить. Но также вы можете, если у вас есть какие-то там запасы, можете просто его купить. То есть не обязательно его майнить, можете его купить и, соответственно, уже его использовать по своему назначению. А вот, к примеру, взять случай, да, он стоил 4000, теперь 12. Видите, да, какой рост? То есть те люди, которые покупали один биткоин за 4000 долларов, сейчас, грубо говоря, уже, ну, могут его вот по 12 продать. То есть вы сами видите, что это в 3 раза, да, в 3 раза, грубо говоря, он вырос, и это очень круто. А реально это очень круто. Купить биткоин за 4000 долларов, а продать за 12, это вообще здорово, это прекрасно. Это и есть профит. Вот эта сделка, да, вот вся ваша прибыль, это тот профит, который вы получаете. Так вот, друзья. Есть, соответственно, всякие биржи, где вы можете купить криптовалюту. Также есть холодные кошельки, где вы можете хранить. Но сегодня мы с вами поговорим о компании L7 Trade. Я показывал в предыдущем видео, вы видели, соответственно, что я начал принимать участие в этой компании, что у меня там есть один лайткоин. Давайте посмотрим результаты, что у нас вообще получилось по, соответственно, по прибыльным сделкам, какая была прибыль. Сейчас все это разберем. Поехали. Итак, друзья, я уже вошел в личный кабинет. Что мы здесь видим? Мы видим торги цикл. Это, помните, та вкладка, где я вам показывал, где, соответственно, происходят самые-самые важные моменты, да, на этом сайте. Это где вы делаете сделки. То есть у вас есть баланс ваш, у вас есть кошелек, на нем есть баланс. Здесь вы выбираете уже криптовалюту, которую хотите торговать. То есть вот, ну, самое первое — это идет биткоин. Биткоин, он, в принципе, везде всегда идет первым, потому что биткоин — это самая главная криптовалютная монета, на которой держится все. Есть также еще альткоины. Альткоины — это все другие монеты. Вот сейчас мы смотрим с вами, это все уже у нас альткоины дальше пошли. Я торгую лайткоином. Вот, видите, да, видите, за сколько можно его сейчас купить, продать. Это у нас сторона покупки, это сторона продажи. Как пример. Мы покупаем сейчас по 83, продаем по 88. То есть, грубо говоря, при продаже одного лайткоина у нас разница в 5 долларов. Это существенная разница. К примеру, если вот у вас есть один лайткоин, да, к примеру, ну, грубо говоря, 100 долларов вот сейчас по курсу, то 5 долларов от 100 долларов – это очень хорошая сумма, это очень хороший профит. Бывают даже сделки и больше, тут как рынок позволяет. Так, вот мы сейчас перешли в кошелек. Как видите, у меня уже сейчас, на данный момент, на кошельке один лайткоин и 13, да, то есть 1.13.
У меня был один лайткоин на прошлом видео, вы видели. Я, скажем так, не очень активно здесь работал. То есть я работал так, знаете, вот сделка, допустим, осуществилась, есть время, зашел, поставил новую. Но это была неправильная тактика, так особо много не заработаешь. Сейчас я вам покажу, что я сделал, да, какое решение я придумал, как больше зарабатывать. Также, видите, у нас в долларах пишется $96 на данный момент. Давайте посмотрим историю. У меня на данный момент, вот от прошедшего видео, 18 сделок было выполнено. Я бы сделал больше, но я говорю, я делал 2-3 сделки за день, а мог делать 5 как минимум и зарабатывать еще больше, потому что рынок позволял. Вот, самая первая наша сделка, с чего мы начинали, это был один лайткоин. Видите, я его перевел, и дальше понеслось у нас. Первая операция, 0.1, дальше мы получаем так, 0.1. Это красная у нас стрелочка, это когда мы списываем его на покупки-продажи. А это уже зеленая по завершению сделки. То есть мы уже реально видим с профитом, да, сумму, которая нам приходит. Смотрите, как она росла. Это 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. То есть на восьмой сделке у нас 0.7. Практически мы зарабатываем за одну сделку 0.1 лайткоина. Это очень круто, это очень хорошие деньги. Так, смотрим дальше. 7, 8, 9... 10, 11, 12, и вот у нас 13. То есть по факту, да, вот мы начали, сейчас посмотрим по датам. С 1 числа у нас пошло дело. Но, как видите, я не очень активный, да, участник был, это моя проблема, я заработал уже гораздо больше, уже раза в два больше заработал. 4 число, 5, 6, 7, 8, вот у нас даты. То есть с 1 числа, сегодня 13, практически за 2 недели я заработал 13 получается, да, 0.13 лайткоина. Видите, это на самом деле хорошая сумма. Так, вот мы смотрим. Вот заметьте, да, если посмотреть по сделкам, видите, я за 7 число провел, сколько получается? Так, 4, 5, 6. Ну вот, всего 3 сделки, это очень мало. К примеру, взять в сравнении следующие, да, дни. Так, у нас вот, к примеру, взять следующий. Ну, посмотрите, за 13-е. Раз, два, три, четыре, и еще сегодня 13 число не закончены. Я еще успею на 5-ю сделку запрыгнуть. То есть 5 сделок за день. Вот это хороший показатель. Давайте теперь посмотрим, как же прийти к тому, чтобы у вас было по 5 сделок в день. На самой главной странице торги цикл мы нажимаем автоторги. И здесь мы выставляем сделки. Если вы торгуете биткоином, то, соответственно, вы указываете, что нужно. Соответственно, здесь, ну, здесь 10 сделок, да, вот у меня, по-моему, пока что только 10 максимально сделок, больше не поставить. Я думаю, что везде так же, потому что, ну, я пока еще не торговал другими монетами, пока что я вот на лайткоине сижу. Видите, да, у меня осталось 4 сделки, 6 сделок на автомате уже проскочило. Вот я говорю, за 6 сделок, за 13 число, я реально понял выгоду, я профит, все это понял. Поэтому, друзья, рекомендую делать автоторги. Вот у нас автоторги, вот информация по автоторгам. То есть вы видите, да, что автоматические торги. Естественно, здесь идет описание. Автоматические торги – это функционал, разработанный для упрощенной работы с площадкой L7 Trade. Каждый пользователь, имеющий достаточный баланс на криптовалютном кошельке, может пользоваться данной функцией для автоматизации создания торговых ордеров. И видите, инструкция, да, пошла для включения, потом выбираете интересующую, нажимаете «Активировать», отслеживаете, соответственно, ваши ордера. Так, ограничения. Читаем по ограничениям, это тоже важный момент. Все ограничения действуют до окончания последней автоматической сделки. В автоматических сделках участвует весь баланс выбранного вами криптовалютного кошелька, включая дополнительные поступления на кошелек в этот период. До окончания последней автоматической сделки вы не можете совершать вывод средств на личный кошелек в данной криптовалюте, создавать сделки в ручном режиме, тоже в данной криптовалюте, и обменивать данную криптовалюту в сервисе обмен. То есть это очень обязательные моменты. Сделки совершаются в полуавтоматическом режиме при постоянном контроле сотрудника L7 Trade. При формировании и выполнении автоматического ордера и при формировании дельты также удерживать 10% от финальной дельты за услуги оператора. То есть, да, действительно, оператор взимает там 10%, но в принципе это немного, и то 10% от дельты, обратите внимание. Вот здесь так и написано было. Вот. Видите, от финальной дельты. Поэтому это выгодно, да, потому что вот я упустил бы, грубо говоря, 2-3 сделки. Благодаря операторам я 3 сделки плюсом поимел. Поэтому, друзья, как вы видите, заработать здесь можно. Да, вы посмотрели мой профит. Соответственно, я дальше буду публиковать обязательно результаты с этого проекта.
Также ссылочка на проект будет в описании. Друзья, обязательно переходите по ней, регистрируйтесь, будьте моими рефералами, да, соответственно, чтобы я видел свою команду, насколько у меня сильная команда. Также можете писать, задавать мне вопросы всем своим рефералам. Я, конечно же, подскажу, как что делать, да, даже, может быть, кого-то обучу. Поэтому пишите обязательно в комментах, помогу, расскажу. Также можете ВКонтакте мне написать, я вам подскажу, что делать. Ну и после того, как вы станете моим рефералом, я вам предлагаю тоже так же зарабатывать на рефералах. Да, это тоже это не основной заработок, соответственно, это доп. Заработок. То есть на реферальной программе вы поднимаете 21% от дохода партнера. Это реально высокий процент, скажем так, на реферальной теме. То есть вы можете очень много заработать. Также не забывайте, друзья, что есть история, в которой можно посмотреть всю информацию о ваших сделках. Прям очень детально, да, можно посмотреть. Видите, у меня авто. Пошло авто. То есть оно подписывает еще, где авто, где вы вручную делали. Вот вам доказательство тому, что, видите, по 11 число я работал без авто и терял много денег. Теперь все изменится. Так, друзья, ну давайте теперь детально разберем один из ордеров. Здесь у нас продажа, здесь покупка. Можно подытожить, да, и сразу посмотреть распределение, это уже в конце. То есть продажа-покупка мы видим, потом L7 Trade, то есть дельту клиента, партнерские видим, соответственно, оператор, который сделку эту проводил, сколько получает, и итоги сделки. И вот возврат результата сделки, включая итоговую прибыль. То есть мы уже видим с итоговой прибылью, сколько у нас будет. Не забывайте, что когда все галочки прошли, значит уже полностью все исполнено и все отлично. То есть вот мы видим фактическое выполнение, да, это продажа, покупка. Видим, что объем отправки, да, составил 1.13. То есть мы видим транзит, вот у нас. Так, получатель Metin Yildirim. Так, цена 87.17 и основание контракта, да, вы видите, он указан. Также мы видим рынок, у нас подписывается, что вообще за биржа, да, где она находится, Турция. Как комиссионные торги мы видим 0,2%. Так, сумма 98.69 и комиссия вывода 0%. Шлюз видим, что это Visa MasterCard, Вакифбанк. И получение 98.69, да, то есть банк эмитент мы видим 0.96. Так, ввод PaySafe видим 0% и транзит PaySafe 97.74. Также мы с другой стороны видим уже по покупке, да, всю информацию. Кто получатель, основание контракта, то есть мы вот мы видим. Сумму видим 97.74, вывод 0.4%, также шлюз, как там было, и банк эмитент 0.2. Биржа находится в Южной Корее, как вы видите. Цена 83.63. То есть вот биржа у нас фиат 0% и комиссия строки 0.1%. Комиссия вывода 0.005 лайткоина. Объем 1.15 и дельта 0.02 получилось. Ну и вот у нас пишется дальше уже распределение. Это контрагент продажа 0.002, контрагент покупка 0.002 тоже. Так, L7 Trade мы видим 0.008. И дельта клиент 007, партнерский 001 и оператор, который нам помогал эту сделку осуществлять, 00007. Итог сделки 0004. То есть возврат результата сделки, включая итоговую прибыль, 1.13. То есть вот эта информация по последней нашей сделочке. Что же касается заработка теперь криптовалюты, да? Поговорим о ней. Что я подразумевал под, скажем так, превьюшкой, да, почему я написал, что заработок именно на биткоине. Здесь можно также зарабатывать, как я зарабатываю на лайткоине, на биткоине. То есть можно купить биткоин. Дальше, здесь у вас есть специальный кошелек, где вы можете выполнить пополнение. Вот у вас биткоин, нажимаете пополнить, вот вам адрес, пополняете по этому адресу, появились на балансе, нажимаем торги цикл. Здесь мы нажимаем вверх, да, допустим, если всей суммы хотим торговать, сумма появляется, нажимаем применить, и дальше мы уже выбираем выгодные курсы. Ну вот, к примеру, видим, да, 10693, а продать можем по 11488. Вот это, я считаю, профит, вот это самое крутое, поэтому мое видео так и называется, про биткоин, потому что здесь можно, соответственно, заработать биткоин, криптовалюту, да, именно на торгах. Друзья, нет ничего сложного, все очень просто. Если будут вопросы, обязательно пишите в комментариях, либо ВКонтакте. Ссылочки у меня будут все в описании, задавайте, не стесняйтесь. Я рекомендую этот проект. Естественно, буду рад видеть в своих рефералах. Ну и всем, кому понравилось это видео, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока!